Хей-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Борода, и сегодня мы продолжаем наслаждаться и проходить игрушку под названием The Walking Dead. Да, та самая The Walking Dead, которая повергла меня в шок, и я до сих пор под большим впечатлением, несмотря на то, что это уже второй ролик, мать его. Так, мы улучшили свой совет до, сейчас я вам скажу, до третьего уровня. И это означает, что теперь нам доступна радиопалатка первого уровня, соответственно. И я как раз таки сейчас хочу ее построить. Давайте где-то мы ее вот сюда втыкнем, прям в угол. Окей, 15 секунд она будет строиться, это фигня. Давайте-ка пока осмотрим стены. Так, отлично. Засранцы атакуют мои стены, надо бы их поубивать. Ну и, соответственно, за это еще и плюшки получить. Так, давай. Очень, кстати, много, ты посмотри. Офигеть, да идите нахрен, вы сдохнете или нет? Так, радиовышка достроена, точнее, радиопалатка. Это отлично. Так. Посмотрела только что рекламку, и за просмотр рекламки мы сейчас получим какую-то награду. Так, что это у нас? Да ну лафи! Братан, прикинь, за рекламку просто так получил винтовочку на 21 дамага. Охренеть! Не удержался и посмотрел еще одну рекламку. Так, что у нас теперь? Ну-ка, удиви меня. 240 банок с едой! И это можно... Продолжайте смотреть, я не знаю, есть ли какое-то ограничение, но если у вас в лагере жопа и вам не хватает каких-то припасов, ребят, это именно то, что вам нужно. Ну а мы давайте-ка посмотрим на нашу радиопалатку. Так, что она вообще дает? Так, 10 телефонов. Так, срок действия предложения истекает через 22 минуты. А выбери из двух повышение шансы на жетоны Моргана. Так, повышенные шансы на жетоны Моргана. Окей. Улучши свою палатку до уровня 2. Давайте-ка улучшим и посмотрим, что это даст нам. Гарантированная операция героя. Так, выберите один из трех. Да ладно, возможно, я смогу Рика получить себе, но я бы лучше взял Мишон. В общем-то, охренеть. Блин, надо апнуть палатку, наверное, до следующего уровня все-таки. Давай мы это сделаем. Так, и пока она будет улучшаться. Так, а что надо? Стоп. А, максимальный начальный уровень выжившего 3. Хорошо. Так, ну давай попробуем улучшить тогда наших... Так, стоп, это не то, что нам надо. Я хочу попытаться улучшить наших выживших. Так, можно ли это сделать? Так, Морган, где у меня? Так, Анатолия нельзя обучить. Для учения... Ага, вот. Нужно улучшить наш тренировочный полигон. Хорошо, давай. Так, улучшим. 5 минут, 300 банок с едой. Хорошо, это в принципе нормально. Так, тут 240 и тут 440. Охренеть, восхитительно просто, отлично. Так, ну и пока это все бесплатная операция. Ух ты, тихо. Стоп. Харе, не отправляй нас никуда, пожалуйста. Так, бесплатный вызов. Как это так? Где бесплатный вызов? О, бесплатный вызов, реально. Давай вызовем, получим бесплатного выжившего. Это хорошо. И кто у нас здесь, удиви меня. Опа-на. Так, тихо. Олег. Олег, серьезно? Просто так Олег? Ну окей, ладно, пускай будет Олег. 5 из 7 возможных у меня в наличии. Так, хорошо, мы получили Олега. Ну что, ладушки, спасибо. Ну и все-таки, давайте-ка мы продолжим нашу вторую главу, ребят, потому что я хочу выбить арбалет для Дэрила. Сухпайки, глава 2, военная база. Ну что ж, начинаем прохождение. Так, у нас тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, около 6-7 боев. Да, вот это наш первый бой. Так, открытая дорога. До базы рукой подать, всем быть начеку. Хорошо. Она нами руководит, ну а мы, соответственно, выбираем команду и надираем всем зад. Я бы, конечно... Так, замени своего нового героя в первом слоте выжившим. Так, для лидера такого его черты, чтобы активировать его черты лидера. Так, Олег типа лидер или чего? Так, или имеется... Ага, за Дэрила имеется в виду. Отлично. Так, черты лидера. Так, хорошо. Стрелковые атаки твоей команды имеют шанс нанести на 10% больше. Не, ну это, конечно, круто, я понимаю, но я думал, у меня, типа, количество увеличится игроков. Жаль. Ладно. Хорошо, поехали. Начать миссию, блин, всего... Не всего, а целых 2 единицы энергии. Вот так вот выглядит теперь моя команда.
Ну и сама площадка с полем боя. Я не хотел особо сильно ставить Дэрила команду, потому что у него огнестрел. А со стрелковым оружием надо соблюдать осторожность. Стрельба привлекает новых ходячих. Вот именно, я за бесшумность, понимаете? Да, я знаю, что она создает дополнительную угрозу. Когда обратный отсчет угрозы дойдет до нуля, появится больше мертвецов. Вот так вот. Поэтому я буду стараться все-таки не стрелять. Ходов до завершения, да, я в курсе. Я буду стараться не стрелять, я буду максимально тихо в рукопашечку всех валить. Это что нахрен такое? Я не понял. Это что за нахрен? Откуда они взялись-то тут? Нахер вот так вот пошел. Критический удар. Конечно, критический удар. Пошли они в жопу, ублюдки. Так. Я-то на самом деле думал, что будет все окей. Ну и хрен с ними. Смотри, ход ходячих. Три хода до подкрепления. Все равно, короче, получается, мне подкрепления не избежать, что ли? Ну ладно, давай попробуем. Так, отлично, вывалил. Зато как вываливает, ты видал? Тупо нахрен убивает. Так, хорошо. Лутаем еще один ящик. Так, окей. Двигаем дальше. Так, давай я сюда впритык. Сейчас по любасу будет открытие. Так. Вот, теперь уже. Ой, блядь, что я сделал? Ах, кошмар. Теперь будет на одного зомби больше из-за того, что я стрельнул Дэрила. Ну и хрен с ними. Так, убиваем. Давай, 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 давай. Красавчик. Я надеюсь, ты добежишь теперь. Или нет, братан. Ну просто, блядь, ни хрена не добежит. Ну ладно. Давай, допустим, этим сюда. И удар в мозг. Ух ты, красавчик просто. Так, ну и Дэрил тогда тебя прикроет, наверное. Не знаю, стоит это делать, не стоит. Вот видишь, зато он реально по дистанции, он просто бешеный. Так, мы привлекли еще ходячих. Так, а куда ты ушла-то, мадам? Стопе. Так, 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 так. Она прям к выходу ушла. Хорошо, лутаем этот ящик. Анатолия направляем к выходу. Тихо, братан. Тихо, тихо. Давай сюда. Хорошо, Дэрил, сюда. Так, и вот оно подкрепление ходячих. Ну, в принципе, мне, думаю, насрать. Так, вызвана первая волна угрозы, к тебе идут еще мертвецы. Да, мне как-то пофиг, если честно, поэтому я предлагаю вот сюда залетать. Окей. Тебя мы и так убьем. Давай, давай, давай. Хорошо. Так, ну и Анатолия мы тоже поставим на выход. Отлично. Ход ходячих, но они ко мне явно не дойдут, они очень далеко. Поэтому я все же умудряюсь выжить. Да, Дэрил, безусловно, крут, но ему нужен арбалет. Так, уничтожено ходячих, награда за миссию. Отлично, все идеально мы сделали, и мне это нравится. Так, три попыточки используем по диагональке. Ну что, броня? Да ладно, ребятки, нам-то упала броня. Ну, в общем-то, я посмотрел тут рекламку, и теперь я могу еще открыть три ящика, насколько я правильно понимаю. Так, давай один тут, один там. И вот этот, допустим. Вот так. Хорошо. Так, ну самое главное то, что мы получили броник. Это очень круто. И дополнительные три попытки за одну рекламку. Нормуль. Так, ну что же, отлично. Мы прошли первый этап. Один из семи, кстати говоря. Поехали дальше. Так, мертвый конвой. Впереди на дороге остановился военный конвой. Узнай, что к чему. Ну, учитывая то, что он мертвый, значит, все там плохо. И вы видали, да, ребят? Я... Что такое? Все в порядке с тобой, братан? Что это такое? Я не знаю, что это такое, но пофиг. Вперед. Короче, там дадут карточки дерева. Очень круто. Так, идет наша загрузочка. Так, очередное поле боя. Убийство ходячего приносит нападающему выжившему очко заряда. Ну, это я уже понял, да. После того, как будет собран достаточный заряд, можно будет воспользоваться заряженной способностью. Да, это мы видели еще в прошлой атаке. Так, цели. Проверяй все мерцающие объекты на наличие припасов, ищи багажники автомобилей, ящики, торговые автоматы и двери. Но это мы поняли. Как бы да, мы он все видим. Мы еще в прошлый раз это вроде как поняли. Хорошо. Так, волна будет, кстати, большой, поэтому нужно аккуратно. Так, Анатолий выносит одного. А Кен, я думаю, высадит второго. Ну а Дэрил у меня откроет ящик. Так, Дэрил у меня про запас. Если что, он, брат,
Тюня всегда прикроет. Он реально крут. Хорошо, заканчивается ход. Так, перемещаем Кена на убийство. Так, видишь, открыли еще одного зомбака. Так, Анатолий, сюда же. Давай, братан, выноси. Вот так вот, хорошо. Дэрил, надеюсь, дойдет до багажника. Не, не доходит до багажника, к сожалению. Хорошо, ход ходячих. Ну, пускай ходят, давай. Ой-ой-ой, так, вышел. Ну, так, у твоего выжившего достаточно заряда для применения способности. Да, спасибо, это очень круто. Коснувшись значка атаки под портрета, можно активировать ее при следующем нападении выжившего. Хорошо. Так, давай-ка мы откроем багажник, заценим, что там у нас есть. Так, хорошо. Я просто это все не буду использовать, мне это реально ни к чему. Так, Анатолий, беги-ка ты сюда, братан. Выноси его нахрен, красавчик. Так, мы открыли еще одного зомбака, его нужно убить, потом залутать вот этот ящик и можно сваливать. У меня плохое предчувствие до счета этого ящика. Почему? Что там с этим ящиком не так? Да, он, кстати, красный мерцает. Может, ну его нахрен, но тогда я не получу еще один замочек. Странно. Ну, давай рискнем. Да. Эх, была не была, как говорится. Так, да, могу открыть, отлично. Так, сейчас мы его заценим, но сейчас новая волна начнется. О, черт возьми. Черт возьми, черт, этого и следовало ожидать. Ходячий на подходе. Да, я тоже об этом говорил. Так, цель обновлена, доберитесь до выхода. Легко, блять, вам теперь сказать. Так, что мы будем делать? Братан, ты должен нас прикрыть как бы. Давай, выноси одного. Так, Дэрил. Ай, блядь. Задамажил, черт возьми, ублюдок. Еще и новая волна, офигеть. Так, этим мы смещаемся сюда. Так, Кеном мы убиваем говнюка. Давай, 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 братан, хорошо. Так, Анатолия тоже смещаем вверх сюда. Мы должны добраться поскорее до выхода. Так, ход ходячих. Так, тихо, тихо, тихо. Надо уничтожить этого ублюдка. Да, отлично. Да, я знаю, что мы себя рассекретили, но если честно, то ничего страшного. Так, смещаемся. Там остался еще зомбак. Блин, четвертый уровень. Иди нахрен. Вот ублюдок. Целый четвертый левел. Это дерьмово. Так, почти снесли. Так, ну он оглушен. Я надеюсь, мне не придется его убивать. Я смогу свалить и так. Так, хорошо. И Дэрил тоже сюда. Все, нахрен пошли. Да, если он оглушен, зачем мне его убивать? Так, идеально. Ну, мне это нравится. Награда за миссию 20 карточек Дэрила. Вот так вот. О, да. Так, хорошо, можно найти серебряный ящик. Вот так вот мы открываем. Так, еще один брончик. Отлично. И за 3, за просмотр ролика я могу получить еще 3, что я, в принципе, и сделаю. Ну что, ролик я посмотрел. Давайте-ка откроем еще 3 ящика. О, да, я выбил серебряный жетон. 390 еды. Ну и все остальное, опыт и куртка. Так, надо, кстати, курточку надеть-то. Тем более, учитывая то, что у меня их 2. Так, у тебя есть достаточно жетонов для повышения Дэрила. Отправляйся на тренировочный полигон, чтобы узнать, как сделать твоего героя сильнее. Да, сейчас мы это и сделаем. Конечно, тем более, что Дэрил-то у меня ого-го, парнишка. Так, это люди хоть? Это хоть люди? Вроде да, вроде не зомби. Так, ты можешь обучать Кена. Я в курсе сейчас, погоди. Тут есть несколько ублюдков, которых бы мне хотелось... Ну да ладно. Ох уж эти назойливые обучалки, они меня бесят. У тебя есть достаточно жетонов Дэрила для улучшения уровня его редкости. Повысь его. Давай, давай повысим. Так, хорошо. Повысить, вот. Это совсем другое. Ага, понятно. Хорошо. Так, мы повысили. Разблокирован навык снайпер. Отлично. То есть вот как оно разблокируется. Так, когда мы выбиваем карточки героев, мы можем повышать их черту. И, соответственно, звездность. Это очень круто. Так, что это мне дает? Стрелковые атаки наносят на 5% больше урона. Охренеть. Это круто. И непосредственно, помимо этого, я могу еще и поднять ему боевой уровень. Давай обучать. 10 минут это у меня займет. Ничего страшного. Хорошо, мы это все нажимаем. Получаем. Так, и давайте-ка так. Ага, не, радиовышка у меня, точнее, радиопалатка у меня еще улучшается, да, получается? Ну,
Почти, можно и так сказать. Я не поставил его улучшаться. Я забыл об этом, потому что мне нужен третий уровень. Так, хранилище палатов. Так, палатку можно построить. И можно, так, улучшать твое снаряжение. Так, мастерскую давайте-ка поставим. Мастерская будет улучшать мое снаряжение. Это очень круто. Реально, это очень круто. 1 час это будет все строиться. Хорошо. Так, 1 час будет делаться постройка, 10 минут улучшения Дэрила. Давайте-ка отправимся дальше на прохождение миссий. Поехали. Я думаю, мы справимся и без Дэрила, если его нельзя будет с собой взять. Пустые леса. Миссия номер 3. База находится всего в нескольких щелчках к востоку. Продолжай двигать и соблюдать тишину. Окей. Хорошо. Так, Дэрилу. Дэрила можно взять. Да, Дэрила можно взять. Нормально. Нет, смотри, нельзя, потому что он обучается. Ну что ж, ладно. Так, у меня есть Олежа. И у меня есть Джоэл. Давай-ка мы возьмем Джоэла. Пожалуй, он, смотри, он по дамагу так круче всех. Нормально. Мы и до этого справлялись, поэтому все будет окей. Вот моя команда. И вот непосредственно загрузочка боя. Цели проверяйте. Да, это все мы поняли. Это мы уже все давно поняли. Так, тут можно багажник взять. Смотри, тут ящик, но он мерцает красным. Черт возьми. Я с прошлого раза понял, что красный это плохо. Так, нахрен пошел. Вот так вот. Критический удар. Красавчик Джоэл. Просто красавчик. Выносим еще одного. Хыпч. Вот так вот. Пошел нахрен. Так. Смотри, это тоже красный мерцает. Я даже не знаю, стоит ли это делать. Эх, это не стоило того, как видишь. А еще ходячие, блядь, они меня задамажили. Ах, ты ж слова-то такая. Нахер пошел. Хорошо. Нахер пошел. Хорошо. Так, у него это удар в мозг можно заюзать, да? Или нет? Нет, нельзя. Ну и что ж, ладно. Так, багажник мерцает, вижу. Давай-ка мы откроем багажник. Да ладно, он не мерцал красным. Иди в жопу, что за чертовщина? Вот это дерьмо. Ты посмотри, как меня дамажат. Давай-ка, выноси его нахер. Вот это ублюдки. Чтоб же вас, это просто жесть. Ты сможешь добежать сюда? Давай, братан, выноси их нахер. Там еще один. Вот это я Анатолия в задницу отправил. Так, тебя тоже надо убить, браток. Давай, 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 давай. Тот оглушенный, ну его нахер. Так, этого надо бы убить, а то Анатолию будет жопа. Так, выносим. Давай, 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 братан. Хорошо, красавчик, просто отлично. Так, там еще один ящик надо открыть, иначе я не получу лут. Так, этот оглушенный, отлично. Тогда я смогу открыть ящик. Блин, ну это было ожидаемо, да. Это было ожидаемо. Ну что же я могу сделать-то? Ой-ой-ой, это плохо. Да, это очень плохо. Давай мы убьем этого. Так, тут я надеюсь, пока меня не видят, и убьем вот близ стоящего тоже. Он хоть и оглушенный, но его надо убивать. Отлично, критический удар. Нет, 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 наступают. Кена дамажат. Черт возьми, блин, его 2 раза задамажили. Еще и новая волна. Надо сваливать. Ребята, алло, харе, все, валим отсюда нахрен. Блин, можно было на пробежку сделать, не лутать, но тогда бы я не получил наград, понимаешь? Вот в чем загвоздка. Так, победа. Синяки, синяки, идеально. Ну, я согласен. Но что я сделаю? Зато тут можно выбить голдовый ящик. Давайте-ка попытаем удачу. Да ладно! Да ладно! Голдовая труба! Прикинь, открыл голдовый ящик. Еще 2 серебра осталось, и можно посмотреть ролик. Сделаем это. Так, еще 3 попыточки. Раз, два, три. Эх, блин. Почти выбил все, что надо. Открыл 1 серебряный и 1, ну, самое главное, голдовый. Реально, крутая труба на 53 дамага. Помимо этого, винтовочка, ребятки, на 35 и нож на 57 дамага. Охренеть. Надо сейчас пойти поменять амуницию у ребят, потому что это гораздо круче, оружие, чем то, что было у меня. Не знаю, как вы, но я лично в восторге от всего этого. Так, быстренько в лагерь. Так, давайте-ка зайдем, посмотрим на амуницию. Так, может быть, ему лучше поставить трубу вместо вот этого? Нет, нельзя. Вот видишь, он играет только с битой, к сожалению. Да, это плохо, мягко говоря. Я бы сказал, что даже дерьмово. Ну да ладно. Так, этот восстановится через 1 минуту 40 секунд. В принципе, пока мы со всем разберемся, будет нормально. Так, а для того, что у меня в наличии, нужен 4-й уровень. Смотри, для ножа 57-го 4-й уровень, для трубы 3-й уровень. Вот же засранцы-то. Это нечестно.
Ну что ж, ладно, хорошо, я вас запомнил. Так, ну у нее тоже второй левел. А, это Олежка. Тьфу ты, блин. Это же Олежка. А вот у Аньки тоже второй, да. Дерьмово. Ладно, хорошо. Я думаю, мы сможем пройти еще одну миссию с травмированными ребятами. В общем-то, ребят, я тут решил зайти в магазин. Смотрите, что я вижу. Ниган. 250 жетонов. Пишут, что бесплатно. Серьезно? Мало верится. Ну, давайте-ка попробуем. Да ладно! Я реально получаю 250 жетонов Нигана? Очуметь! О, бич! Это реально круто. Еще и в торговле можно что-то получить бесплатно. Серебряный ящик. Гарантированная награда серебряного уровня. Давай. Посмотрим. И 320 опыта на ровном месте. Офигеть! Спасибо, разработчики, я вас обожаю. Да ладно, неужели теперь у меня появится Ниган? Разблокировать. Бог ты мой. Черт возьми! Да ладно! Охренеть! Несмотря на то, что я ненавижу этого ублюдка из-за того, что он убил Глена, я рад, что он попался у меня в команду. Он же должен быть охренеть как крут! Черт возьми! Ты можешь дышать, ты можешь моргать, ты можешь плакать. Черт, они все будут делать это. Разблокировано. Ниган. Охренеть. Чтоб же ж меня. Твою мать, это просто невероятно жестко. Вы представляете, у меня есть Ниган в команде. Я в шоке. Это что-то... Просто пипец трехзвездочный, понимаете? Смотри, выживающий инстинкт. При низком уровне здоровья твои выжившие наносят на 10% больше урона и получают на 6% меньше урона. Возмездие. Осуществляется возмездие, если подвергается атаке один за ход. Наносит 37% базового урона и сильный. Наносит на 7% оружия ближнего боя. Очуметь. Серьезно. Он даже круче, чем Дэрил, вы понимаете? По скиллу он круче. Я в шоке, серьезно. Это просто невероятная жесть. На ровном месте. Ты представляешь? Охренеть. Это очень круто, ребят. И я предлагаю отправиться на новую миссию. Серьезно, я хочу испытать его просто немедленно. Вперед, малая, давай, веди меня. Так, смотрим. Прорыв через ворота. При открытии ворот возникает шум. Возьми охотника, который будет удерживать ходячих. Охотника, который удерживает ходячих? В смысле? Так, ну я думаю, мы уберем тебя. Вместо тебя мы поставим Нигана, мать его. Да, мы поставим Нигана. Это будет охренеть. У него куча дамага, куча урона. Это просто бомба. Так, тебя мы оставим, а вместо Анатолия мы поставим Олежку. Давай, Олежка, не подведи нас. Ну что, вперед, посмотрим. Он стрелковый. Давайте-ка заценим. Вы только посмотрите, как он эпично выглядит. Это просто жесть. Так, ну что, мы на поле боя. Смотрим, Нигана вижу. Так, на воротах прочный замок. Чтобы открыть его, нужно некоторое время. Хорошо. Так, кто будет открывать? Типа, тебя можно сюда, да? 6 ходов, да ладно. Вот это будет жесть. Ну что ж, постреляем тогда, наверное, что я могу сказать? Мне-то туда, наверное, не надо или надо? Я хрен его знает, серьезно. Олежа, давай, вали. Интересно, двоих задамажил? Да, реально двоих уложил. Ты видал, братец? Двоих уложил нахрен. Хо-хо-хо, это было жестко. Да, вот в этом, конечно, стрелковые очень крутые. Ну, вот, конечно, сам непосредственно Ниган. Ну, вы сами все видели, да? Вы же понимаете, что это очень круто. Крутость этого персонажа, что в фильме, что сейчас в игре, просто зашкаливает. Это невероятно. Так. Пока Джоэл там разбирается с замком, можно побегать и, наверное, хотя лучше, наверное, даже не идти никуда. Нам нужно просто добраться до выхода. Чтобы добраться до выхода, нам просто нужно открыть ворота. Пропускаем. Так, да, они будут сюда сползаться. Сейчас будет еще одна волна. Это что было? Он сам стрельнул. Реально, ты видел? Братан, сам. Я даже его не заставлял это делать. Офигеть. Короче, можно тут себе просто спокойно стоять и не париться.
Потому что он, смотри, он будет просто отстреливать всех нахрен. Зачем еще что-то делать? Красавчик, реально. А вот и новая волна. Да, еще ведь три хода. Прикинь, братан, еще целых три хода. Так, мы прикрываем Джоэля. А, братан выносит кого? Ну, допустим, вот этого ублюдка давай мы убьем. Хорошо, отлично. И конец хода. Допустим, так. Ай-яй-яй. Олежка. Не-не-не-не-не. Да, Олежку задамажили. Вот дерьмо кусок. Так, ну что ж, ладно, моя ошибочка. Так, допустим, мы убьем вот этих двух засранцев. Вот так вот. Вот это Олежа валит. Так, да и насрать, что мы привлекаем новых выживших, если честно. Конец хода. Так, сейчас Нигана задамажат тоже. Ух, даже два. Неожиданно, конечно. Так. Так. Почти готово. Задержите их еще чуть-чуть. Легко тебе, черт возьми, сказать. Интересно, я смогу троих увалить-то? Реально, троих валю. Смотри, а ну, цени. Не, двоих, блядь. Я думал, этого тоже задену. Но ни хренашеньки. Так, один оглушенный. Этого мы убиваем. Джоэл почти открывает. Дамажит наших парней. Так. Ниган, ты давай, сучара, живи. Мы верим в тебя. Отлично, ворота открыты, нужно сваливать. Давайте убираться к чертовой матери отсюда. Я с тобой согласен, Джоэл. Давай, валим отсюда нахрен. Ух, еще волна прибежала. Вот это жесть. Ну да, если бы было два стрелковых, было бы покруче. Но Дэрил пока штапается. Ну а мы... Че ты? Давай сваливай, братан. Сваливай нахрен. Олежа, валим, валим. Так, победа, отлично. Идеально, идеально, идеально. Даже так. Вот так вот. Даже не засчитали повреждений. Хорошо. Раз, два, три. Так, один. А, золотой винтовка 210. И можно еще, посмотрев ролик, открыть три. Что мы и сделаем. Ну что же, еще плюс три открытия. Поехали. Раз. Вот он, серебряный. Отлично. 480 еды. Охренеть. Так, а тут у нас 160 еды и... 180 опыта. Замечательно. Спасибо. Так, хорошо. Можно вернуться в лагерь. Мне кажется, сейчас уже должен был апнуться Дэрил. Да, совершенно верно. Улучшение до третьего уровня. Плюс 9 к урону и плюс 13 к здоровью. Спасибо большое. Так, что у нас по винтовкам есть? Есть винтовочка на 35 дамага. То, что нужно для... Ага. Для четвертого левела. Вот же черт. Так, а по бронику? А бронику вот можно поставить получше. Вот это уже круто. Хорошо. Давайте-ка еще поставим мы, наверное, Нигана обучать. Вот мне как раз таки подсказывает. Давай-ка изучи Нигана. Ну, давай. Так, обучим. Да, плевать, что 10 минут. Это было ожидаемо. Хорошо. Могу ли я... Так, нет, не могу. У меня идет еще постройка 47 минут. Хорошо, вот мертвяк есть. Так, отличненько, это мы заберем себе. Хранилище заполнено. Ну, бывает. Это обидно, наверное. Черт возьми, что же делать? Давайте-ка мы ускорим, наверное, процесс постройки вот этого здания. Так, тут нам просят 11 голды. Да не сюда. Че, дурак? Вот, вот так вот, отлично. Да, пришлось потратить, конечно, 11 золота, но, тем не менее, мы достроили мастерскую, и надо построить быстренько складец. Так, вот он. Хорошо, окей. Так, всего лишь одна минута. Пускай он устроится, потому что кончилось место для припасов. Это, конечно, плохо. Ну, а мы продолжаем. Так, ну что, 4 из 7, а это уже 5. Поехали. Так, Нигана мы взять не можем, но мы можем взять нашего крутого Дэрила. Что мы, в принципе, делаем. Вместо Олежи я беру теперь Анатолия. Ну, вот видите, кое-какая компания у меня собралась, так что все нормально. Так, а тебя можно как-то сместить? У него уже были, типа, черты лидера. Так. Да, вот видите, это обычные персонажи. А вот эти ребята, это герои. Если их ставить первыми, то работает их обилочка. Вот так вот. Да. Это вам не хухры-мухры. Будьте внимательны. То есть, если он сидит где-то в середке, то он не возглавляет команду. И это плохо. Так, ну что же, локация прогрузилась. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь. Я вам скажу, что тут полнейшая жопа. Вы только посмотрите на количество зомби. И, ну, мне кажется, это вполне можно назвать стадом. Это просто пипец. Я предлагаю бесшумно как-то их убрать. Так, Анатолия мы отправим сюда. Кена мы отправим вот сюда. А Дэрил у нас будет открывать чертову калитку. Так, как его поставить-то? Ну, допустим, где-то так.
Давай, открывай ее, красавчик. Только не выходи. Так, задамажили Дэрила, к сожалению, да. Это плохо. Ну, что поделать. Так, ну давай расчищай нам путь тогда. Что уж тут? Выбора никакого не остается. Хорошо, расчистили путь. А, бегом идем к открыванию ящика. Так, давай. Кена тоже задамажит. Там еще и вражина совсем рядышком. Давай убьем его. Так, один замочек мы получили. Вышибаем ему нахрен мозги. И ждем ход ходячих. Они все, блядь, ползут сюда. Да, Дэрил будет как никогда, кстати. Я вам так скажу. Давай, братан, давай. Твой ход. Я надеюсь, что ты уложишь как следует эту мертвечинку. Давай, братец. Выноси. Бэм! Четыре нахрен сразу же просто уложил с одного выстрела. Что может быть круче? Это просто охренительно. Так, конец хода, пожалуй. Я понимаю, что мне нужно сделать это как можно быстрее, но не все так просто. Черт возьми, не все так просто. Так, убивает. Хорошо, молодец. Так, выношу двоих. Так, 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 так. Кена смещаю на вот этого засранца четвертого левела. Хорошо. Также перемещаю немного и Анатолия. Окей. Так, два хода осталось до прибытия. Там просто невероятно большая орда. Надо побыстрее отсюда вас сваливать. Так, Дэрил, 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 Дэрил. Давай-ка ты убери двоих. Давай, братан. Хорошо, убирает. Блин, я боюсь, что мне придется свалить гораздо быстрее. И, возможно, даже один ящик я не смогу забрать, потому что что-то мне подсказывает, выдержать натиск будет очень жестоко сложно. Так, убираем еще. Хорошо. Так, дамажат. Но это не страшно на самом-то деле. Анатолий глушит одного. Отлично, это даст мне возможность... Так, давай-ка ты, братец, вот сюда вот сместишься. Да, отлично, у него половина осталась. И еще... А что ты своего зацепишь, да? Вот это дерьмово. Так, а, это у нас Кен ходит. Хорошо. Пробегай сюда. Давай, братан. Отлично. Открывай ящик. Так, Дэрила мы убиваем двоих сразу же. Нахер. Да. А Анатолием открываем еще один ящик. И теперь все могут спокойно убегать. Но сейчас будет чертов ход ходячих. И вот Орда. Ох, как нам повезло, потому что Орда появилась очень далеко. Срал я на нее трижды. Так, сваливаем. Так, мимо. Отлично. Так, тихо. Анатолий, сможете ли вы добежать к нам? Да, отлично. Анатолий тоже сваливает. Так, и Кен тоже сваливает. Великолепно. Да, немного, конечно, поддамажили всех, но учитывая Орду, это нормально и идеально. Так, награда за миссии получена. Открываем кейсики. Где-то один серебряный есть, но мы его не нашли. А радиотелефон это просто отлично. Хорошо, спасибо. Продолжаем. Так, давайте-ка вернемся в лагерь. Там улучшено наше хранилище. Так, и Ниган закончил обучение. Ниган улучшен до третьего уровня. Плюс 7. Хорошо. Спасибо за эти все плюшки. Я безумно рад. Так, следующий, кого мы поставим на обучение. Так, это кто-то будет с ребят с ножиками. Так. Кто у меня там в команде? Так, ну давай, допустим, Кена мы кинем. Пускай он дальше обучается, поднимает свой боевой уровень. Да, 10 минут это нормально. Хорошо. То есть, получается, за ролик мы уже троих героев и апнули. Что весьма недурно, да, ребят? Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, и давайте-ка апнем нашу палатку. Требуется совет четвертого уровня. Да чтоб тебя. То-то требуется, то-то. Ну ладно, давай совет. 4000. Да ладно, где я тебе столько возьму? У меня нету таких запасов. Надо склады увеличивать тогда. Потому что... А тут 2400. Да вы издеваетесь, что ли? Сумасшедшие цифры они мне называют. Хорошо, забираем. Забираем, забираем, забираем. Так, кто у нас тут ломает ограду? А их тут до хрена, вы только посмотрите. Так, минус, минус. Да вы будете меня бросать туда-сюда? Вот так вот, молодцы. Опыта нам бросают. Кстати, опыта у меня очень много, а тратить его некуда. Понимаешь, вот в чем загвоздочка. Так, палатки. Давай-ка мы построим еще и палатки. Они будут производить очки опыта. Ну, допустим. Нужно все-таки шлагерь расширять, правильно? Хорошо. Так, 5 из 7. Два задания осталось, и мы закончим вторую главу и получим арбалет. Так, новый выживший. Ух ты, эта награда меня устраивает. Поехали. Так, 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 так. Давай-ка мы поставим сюда
Ниган. О, да, детка. Ниган, это круто. Так. Ниган, герой у меня. Так, ты можешь взять в эту миссию только двух выживших. Ну что ж, ну тогда это будет эпичная команда. Дэрил и Ниган. Поехали. Да, эта миссия будет гораздо напряжнее, потому что здесь мы вдвоем. Похоже, я что-то слышал в гараже. Так, ну что ж, давай-ка посмотрим, что услышал ты в гараже. Так, если мы его вот так вот... Оп, двоих он не увалит никак. Хорошо, давай тогда мы его, ну, как-то так сместим, допустим. Окей. И попытаемся таким образом теперь двоих все-таки унести. Не, все-таки никак он не хочет, не достреливает он туда. Ну, хорошо, одного мы уничтожаем с легкостью. Критический удар еще и сработал великолепно. И Ниган уничтожит вот этого парня. Давай, вырубай его нахрен. Вот это оно. Отлично. Так, а зомби тем временем смещаются к гаражу. Разведайте местность. Ну, сейчас мы разведаем. Сейчас мы ее, блядь, разведаем. Это я вам обещаю. Так, а ну-ка отошел нахер от гаража. Вот так вот, ублюдок. Так, а Ниган вперед. Давай, братец, беги. Так, хорошо. Так, пока Дэрил тебя прикрывает, ты разведаешь местность. Красавчик. Вот это я круто придумал, да? Так. Ну, давай открывать. А что делать-то? Я манал ждать, пока волна придет. Раиса, Раиса, черт возьми. Раиса и Иннокентий. Ходячие в тяжелых бронежилетах. Похоже, когда-то они были солдатами местного гарнизона. А значит, это будет сложнее. Пули здесь не помогут. Используйте оружие ближнего боя. Ну что ж, Раиса, ну давай используй. Вали их нахер. Вот так вот, Ниган. Давай, 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 братан. А мы пока разберемся с этим дерьмом. Так. Иди в жопу, ублюдок. Фдыщ, вот это оно. То, что надо, братец. Так, ну и Ниган выносит вот этого в экипировочке. Критический удар. Да ладно, он сдохнул. Или нет? Вот теперь он сдох. Хорошо. Спасибо, что спасли меня. Эти твари загнали меня в глухой угол. Теперь ты в безопасности. Пора возвращаться в лагерь. Ну да, валим нахер отсюда. Просто валим, серьезно. Ну и в жопу. Так, смещаемся. Ниган, давай, братишка, давай вперед. Вот это удар. Вот это я понимаю. Черт возьми. Ты сюда. Давай, Раиска. Раиска, ищи Никитя. Вот так вот, нахер, правильно. Отлично все. Так, Раису глушат. Так, ничего страшного. Новая волна. А вот это дерьмово. Так, Раиса, выносит его нахрен. Она с молотком, что ли? Охренеть, видали? Это выше расходовал все свои очки. Ну что ж ты так? Черт возьми, Раиска, Раиска, нахер он тебе надо был? Мы бы и так справились. Так, валим отсюда, валим, братцы. Чего ты не добегаешь тоже? Братан, ты меня огорчаешь. Ну и ладно. Пипец. Ходячие, а вы вообще где? Где-то ходячие высадились вообще не там, где нам, где мы. Но это нам на руку. Мы оттуда вас свалили, поэтому бояться нечего. Хорошо, очередная миссия complete. Хорошо, идеально. Все идеально. Спасение выживших Раиса. Ну, это круто. Еще одна телочка в команде. А, она с трубой. Я думал, она с этим. Так, ну давай, мы ее примем. У нее пятый уровень? Ни хера себе, ты прикинь, у нее пятый уровень. А, офигеть. Короче, я думал, она с этим, с томагавком. Реально. Но было очень похоже. Так, привет. Да, мне нравится, но писать обзор как-то не в моем стиле. Хорошо. И последняя миссия. Так, правительственная проблема. Мы на главном складе снабжения. Хватайте все, что сможете унести. Награда за миссию почти 1500 опыта. У меня, кстати, уже предел. Что печаль. Так, выбор команды. Да, давай. Так. Рекомендуется выживший 4 уровня. У меня есть Раиска 5. Подойдет? Я думаю, подойдет. Отлично. 139 дамага. Прикинь, она нахрен делает и Дэрила, и Нигана. Вот это красавица. Молодец. Поехали. Ну что же, ребят, мы на локации. В этих местах наверняка полно полезного, но у меня плохое предчувствие по поводу этого места. Знаешь, бро, я с тобой согласен. Проверьте все мерцающие объекты на наличие багажники автомобиля, ящики, торговые автоматы и двери. Хорошо. Так, ну, на данном этапе мы мерцающего ни хрена не видим. Так, выноси. Давай, Раиска, тащи. Вот так вот, отлично. Так, ты, братан, выносишь вот этого. Хорошо. Ну и Дэрил, соответственно. Так, я надеюсь, он
Раиску-то не вольнет? Не, Раиску не вольнул, это хорошо. Привлечение ходячих. Ну, ты уж тут меня проси. Я-то тут ни при чем явно. Так. А это можно открыть. Если вот так вот как-то аккуратней. Не? Ну ладно, давай сюда, Раис. Открывай, черт возьми. Так, книга открывает вот этот ящик. А, эти тоже надо открывать. Черт возьми! Вот же ж дерьма кусок. А ну просто они светлые и реально дерьмово видно. Так, тогда открываем. А что делать-то? Давай. Вот это беда. Вот это беда. Неужели меня завалят? Да ну нахер. Не-н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 е. Чувак, ты давай тут Раиске помоги, окей? А я вот с этим дерьмом справлюсь и сам. Это я тебе гарантирую. Так, Раисонька, давай, малая, вот сюда, вот так вот ножичек завали, красавчик. Так, и вот одним выстрелом я, пожалуй, 3 их уберу, это будет верное решение. Хорошо. Так, это сделано. Ну, Дэрил, конечно, как всегда, на орехи попадает. Без этого никуда. Так, давай-ка откроем. Хорошо. Ну, блядь, и Дэрилу некому прикрыть, понимаешь? Вот Дэрил у меня всегда в заднице получается. Всегда и вечно Дэрилу некого прикрыть. Так, ну ладно, мы попытаемся ему убежать нахрен отсюда. Так, расчищаем путь тут впереди, потому что уже скоро новая волна. Это дерьмово. Так, Дэрил, бро, не умирай. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть бы не слили, я вас умоляю. Пожалуйста. Так, Дэрил куда-то аж сюда должен убежать. Вот сюда. Фух, Дэрил в критическом состоянии, я вам серьезно говорю. Так. Ну, надо бы зачистить, но надо и открыть. Так, открываем один ящик. Так, сейчас еще вылезут. Но это просто пипец. Их очень много. Я не знаю. Так, давай этого завалим. Хорошо. Так, ход. А ведь скоро орда придет. Еще один, буквально реально один удар по Дэрилу и все. Ему жопа, ребят. Понимаете? Вы можете себе это представить? Лично я нет, я буду в печали. А это что, выход? Да ладно, вот это выход, надо сваливать нахер отсюда. И насрать, что без одной ячейки. Хотя, не насрать, наверное. Давайте-ка попробуем втащить. Мы попытаемся, ребята, мы реально попытаемся. Да, сейчас придет орда. Но если что, отсюда я успею свалить. Они сразу дамажить не должны. Так, тихо. Новая волна. Хм, весело. Дэрил, а ну-ка, устроим вечеринку. Пошли не в жопу. Давай, прямо вот с этого места. Красавчик! Говорят, не пробивается бронированный. Видал? Все тут пробивается. Пошли вы в задницу. Так, Раиска, а ну-ка открой мне ящичек. Да, мне нужны 3 замка. Отлично. Один мудак вылез и все. Порядок. Мы собрали все. Пора выдвигаться. Ну да. Пора. Почти. Сейчас мы зачистим все, чтобы ты смогла убежать и нас никто не убил. Хорошо. Так, к Дэрилу все приближаются. Так. Ты мне скажи, Раиска, ты сможешь ли добежать? Так, нет, Раиска, наверное, не сможет. Это, конечно, плохо. Но Дэрил тебя прикроет, малая, не боись. Дэрил мужик такой, что своих не бросает. Ну и Раиску сюда куда-то тащим. Блядь, она доставала. Ай-яй-яй. Ну ничего, орда далеко, поэтому можно не париться. Все, сваливаем нахрен отсюда. Сваливаем. Хорошо, победа. Так, ранение идеально, синяки. Ну, конечно, Ниган, как всегда, кусок говна себя ведет. Так, 2 серебряных. Я думал, тут одна голда будет. Вот говнюки. 730 еды, опыт и опыт. Ну и халявное открытие сейчас еще раз займем. Кстати, вы заметили, насколько идеально я открыл, что сразу 2 серебряных и юзнул. Так что можно уже не париться и открывать вот так вот, допустим. 2 канистры, еще одна труба и 250 еды. Спасибо. Спасибо и на этом. Так, ну и самое крутое, ребят. В принципе, то, ради чего мы снимали весь этот длинный выпуск. Приходи ко мне в лагерь, есть разговор. Иду. Так, глава 2, сухпаки, ребят. Мы-то ее закончили. Понимаете, да? Так, обучение. Это круто, конечно, но мало интересно. Неплохо, это пригодится. Благодаря тебе здесь нам всем будет намного безопаснее. Та-та-да! Глава 2 завершена. Награда за завершение арбалет Дэрила. Вот так вот, ребят. Трудный режим разблокирован. Еще можно и на трудном режиме проходить, ты прикинь. Офигеть, получаем награду.
Прошлой ночью наша рация начала принимать этот слабый сигнал. Слушай. Внут тюрьмы штата. Могите мне дуб Эдем. Так. Сообщение зациклено, но можно разобрать. Тюрьма штата. Это к постуку отсюда. Так. Глава 3 будет называться «Тюремные голоса». Следуйте за радиосигналом до тюрьмы штата. Спасибо большое, но это уже в следующем выпуске. А на этом все, ребятки. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и до скорых встреч. Пока-пока. We'll be right back.